Всем привет! Несколько дней оставила детей собирать игрушки, как они хотят, куда хотят. И вот получается так, что все ящики, все было перемешано. Вот что где непонятно. Я теперь сейчас все вот эти вот ящики все выгрузила. Еще вон там есть. И буду все расставлять правильно по местам. А то они потом ходят: мама, а где моя вот эта игрушка? Мама, а где моя вот эта игрушка? Как будто мама все должна знать, где у них что лежит. Спайдермен. Вот еще Спайдермен. Туда. Ну, как-то вот так вот потихонечку. Вот еще. Без ноги. А вот нога. Сейчас соберем. Так, сегодня первый раз за все время мой муж один пошел забирать детей со школы. Я с ним не поехала. Так, на ужин у меня сегодня куриный супчик. Я очень люблю свой куриный супчик. Я насколько не любитель вареной курицы, но именно свой куриный супчик я люблю, потому что я его готовлю, честно признаюсь, вкусно. Курица у меня бывает мелко-мелко-мелко сделана, чтобы зейрашка особо не отличила, где макарошки, а где курица. Здесь практически нет макарон у меня, лапши, но в основном это все курица. Курица, лук, морковь. Вот. Салат из портулака, очень полезный. А это мне авокадо, гуакамоле. Кроме меня никто не ест. Ну, муж иногда может попробовать, все. Вот такие вот дела. Что делаете здесь? Играемся. Мам, дай мне Микки Маус. Возьми. Fire Thunderbolt. Папа делает попкорн, она почувствовала запах, прибежала, ищет. Ищешь, да? Сейчас папа принесет, я тебе дам несколько штучек. Чумочка маленькая, девочка. Запах идет, да, идет запах. Ой, запах. Без чураплаги, привет. Всем привет, привет, привет. Ой, я сегодня хорошо так отдохнула. Детей в школу отвез муж. Собирала, конечно, естественно, я. Просто он их сам без меня отвез. Камера, что ли, грязная? Да, чуть-чуть грязная была. Вот, я занималась домашними делами. Немножко так поверхностно сделала и легла спать. Мне нужно было выспаться обязательно. Выспалась, встала, покрасила волосы. В последнее время мне не нравился мой цвет волос, потому что я что-то там нахимичила, что-то там... Нет, неправда, не что-то там нахимичила. Я знаю, почему так было. Я когда последний раз красила волосы, у меня была краска номер 10.1, и я когда добавляла оксидан, нажала случайно, и очень много оксиданта вылилось в краску. И получилось, что цвет не получился.
Сейчас у меня нормально. 9.1 я поставила. Меня устраивает. Вот. Покрасила. Сейчас буду пить кофе с булочкой. Шоколадной булочкой. Кушать сегодня не готовлю. Пусть доедают то, что есть в холодильнике. Вот такие вот дела. Погода у нас сегодня, ну, считается прохладная. 17-18 градусов было. Вчера и сегодня прохладненько. Дальше опять 22, 23, 25. Посмотрим, короче. Как-то так. На это голодающие по Волжье. Мама булочку ест. Посмотрите, посмотрите на нее, умоляю. Она за булочки и меня продаст. Дали? Где шоколадный час, я ей, конечно, не даю. Сейчас придет. Дожует и придет. Угу. Ты что, такой большой кусок урвала, что ли, у мамы? Угу. Угу. Ну вот так вот. Объедают. Объедают меня как могут. Толстожопка. Она знает, что толстожопка — это она. Мы ее часто называем толстожопкой. Ей так подходит. Толстожопка. Мне кажется, достаточно. О, все, точно достаточно. Все, она пошла, пошла. Ну вот он, мой цвет волос. Высушила. Проутюжила кончики. Цвет мне очень нравится. Вот этот цвет, который я люблю. Как показать? Вот так, наверное. Это 9.1. Полностью одна пачка 9.1. И немножко 10.0. Осветляла, красила на шестерке, осветляла на девятке. Надеюсь, там видно хорошо. Краску тоже, я знаю, спросите, какая краска. Сейчас покажу сразу. Коробку я не выбросила, потому что у меня там оксидант еще остался. Вот она. Сейчас. Зеленая терапия, грин терапия. Вот. Вот это вот краска. Пожалуйста. Купила мама домик кролику. Хочу мамин мальчик. Мое солнышко. Тебе нравится здесь лежать? Лежи, мое солнышко. Лежи, мой красивый. Тетюшечка мамин. Мой мальчик. Он стал более ласковый за последний месяц. Более ручной. А красавица здесь, она вот это свое место ни на что не променяет. Вот это свое место ни на что не променяет. Вот это. Любимая моя девочка. Эй, кто приезжал домой? Ага, Сережкин браслет. Это новый? Да. У тебя же был такой же. Это мой.
О, кукла новая, да? Да, это моя тоже. Папа купил, да? Угу. Заходи, заходи, закрывай дверь. А ты что? А ты что купил? Я не купил. Странно. А Аслан Кенди не обещал, видимо? Адам oldu. Para mı aldı? Adam oldu adam. Tamam adam oldu ama para mı aldı? Папа, потерял куклу. А, ты нашла ее? Да, папа нашел. А, понятно, я-то подумала, что папа купил. Это потерял. Где забыл? Какие-то вы подозрительные. Мама, я умею открывать дверь зубочисткой. Да, дверь зубочисткой, это очень интересно. Здесь Рашка штанишки поменяла. Ага. А я попищила. Мама. Попищила, да. Неаккуратно в туалет сходила. Мама. А я сильно вот так держала. Вот так зачем держала? Вот так не держит, надо ходить в туалет сразу. Доброе утро. У нас утро. Так, я жарю гюслимы. Смазываю их сливочным маслом обязательно. Секунду. А такая трудная, как из металла сделана. Ха-ха! И мама! Ау! Зато она каючая. Зато она каючая. И больно. Где же каючая? Ай! Ай! Больно, больно! Ау, ау! Раскрашиваете, да? Ау! Ты капусту красишь? Да. А зайрашка? Человека капуста. Угу. Это дед мой. Это какой-то, по-моему, журналист. Нет, это мой дедушка. Твой дедушка? Нет, ну, давай. А это странный дед. А это где мое стол? А почему за столом не захотели? Да, потому что там неудобно. Так удобно вам? Да. Тут на коврике удобно. Угу. Это коврик красивый, поэтому. Понятно. Сейчас я покажу, в каком состоянии бывает туалет и ну, вот это вот все вместе, когда я встаю и еще не убрано. Вот, пожалуйста, вот так это бывает. Вот она все ковыряет. Когда она ковыряет, вот в воду попадает, естественно. Вода меняется и так каждый день. Куча мой еще солнышко. Я ей сегодня насыпала ее корм. Довольная такая. Чему мне? Пись-пись делай сейчас. Я тебя не трогаю. Че ты такая злая? Опять у нее этот период злой начался. Еще один день у меня прошел дома. Опять утром. Детей в школу повез муж, со школы тоже он их заберет. Я уже ему позвонила. Я сделала ограждение вот этой красавицы. Мы перешли на зимнюю обстановку. Что это значит? Это значит, что вот ее туалет, еда, это все переносится сюда в комнату, чтобы она на балкон не выходила. На балконе кафель уже холодный, там бывает холодно, не хочу, чтобы она там входила. Вот здесь сделала ограждение. Почему? Потому что она в последнее время очень много грызет. Ну, в принципе, она и так все сгрызла, все, что можно в доме, но... О, сейчас тоже пытается клетку сгрызть. Но она грызет себе во вред. Она, например, грызет подушки, съедает ткани, губку, которую внутри находит. Вот... Что-то там найдет, пластик, может быть, это силикон, это может быть, вот он грызет и все, он съедает. Поэтому пускай сидит, вот здесь у нее места много. Здесь, в принципе, и дети будут играть.
и ей место. Вон у нее балкон там есть, если она захочет туда выйти. Это не значит, что она вообще не будет выходить за пределы этого периметра. Будет, конечно, выходить. Но на ночь точно я ее буду здесь закрывать. При желании она может запрыгнуть вот сюда, потом сюда, потом сюда и вылезти. Очень легко. При желании она может через это тоже перепрыгнуть, но пока еще она не догадалась. Она пытается зайти вот оттуда. Там я закрыла. Чуть-чуть открыто оставила, чтобы туалет проветривался, и все. Там проход закрыт. Теперь проход только здесь. Все лето же там открыто было. Она привыкла, что там открыто. Мордочку пытается засунуть. А, домик. Домиком она не пользуется. Домиком пользуется больше Лео, чем она. Он то наверху лежит, то внизу лежит. Ну, она его пометила. Кролики территориальные животные, и они все свое добро метят своими писюльками. Она пометила его сразу же, что это ее. Но Лео это не мешает. Помечено, не помечено. Ее, не ее, чье бы не было. Ему надо, он там спит. Вот такие вот дела, короче говоря, у нас. Погода 24 градуса сегодня. Все хорошо. Идем. Кто это здесь? Она сегодня со мной не разговаривает. Опа! Иди! Укроп она ест. Петрушку вообще не ест. Раньше ела вначале петрушку, сейчас перестала петрушку кушать вообще. Странно. Блин, она по пути прыгает. Наверное, свой тикток снимает. А ты здесь, да, сторожишь? Сторожи. Она уже научилась отодвигать эту преграду, представляете? Раки тебя градят. Раки тебя градят, как будто. Как будто на сумасшедшую девочку кто-то градит. Свидание. Завтра идешь на работу, да? Да. Хорошо. Дядя Мурат звонил, спрашивал, ты пойдешь или нет? Конечно, пойду. Зачем звонить? Конечно, пойдешь. Фатма. Надо просто. Чанта алалым, чанта. Зайрая чанта алалым. Табики алалым. Эй, о зам. Надо. Дядя Мурат, ответить и взять тебе труп. А зачем тебе на работу ходить? Чтобы ящерку выиграть, пока они раскупили. Ты думаешь, за ящерками очередь стоит, что ли? Да. И дочка, тебе нельзя отчуп. Всем привет. Асланчик уехал на работу с дядей Мурадом, сейчас проводила его, и иду в пекарню. За булочками с шоколадом. Мы с мужем будем завтракать, пить кофе с молоком и булочки с шоколадом. В последнее время мы с ним перешли на это. Я его подсадила, точнее. Он меня на кофе, а я его на булочки. Погода хорошая. Сейчас 22 градуса. Я смотрю, там показывает, что будет в обед 27 вообще. О-хо-хо. Всем привет. Я с детьми в гостях у Золовки. Сегодня здесь гости. Пришли гости. Мурата невестка со своей семьей. Там сестра, мама, мяшка. Короче, там целая толпа женщин сидит за столом. Так, что приготовила Золовка, чем угощают турецких гостей, турецкие домохозяйки? Моя красавица Золовка, вот, пожалуйста, в туфельках, не халам-балам, не в тапочках. Показываю тарелку. Вот, короче, здесь салат с макарошками. Я обожаю этот салат, очень вкусный, кисленький. Макарошки, вареная кукуруза, морковь, зелень и лимон, обязательно лимон. Это бюреки с... Этот с мясом, по-моему. Этот с сыром.
Это какая-то булочка, по-моему, с сыром. А это уже все сладости. Разные-разные кексы. Вот кекс с какой-то шоколадный. Вот обычный. Это тирамису. Это тоже турецкая какая-то сладость. Это готовила свекровь, эту сладость. И рядом подается чай. Вот так все накладывают на одну тарелку. И с одной тарелки это все кушается. Вот так встречают гостей. И по ходу действий все время хозяйка бегает туда-сюда. Вот там целая толпа. Хозяйка бегает туда-сюда. Наливает чай, уносит грязные тарелки. Хозяйка вот чтобы сидела за столом со своими гостями, но это уже в конце, после всего, как поели все, попили, тогда она уже может сидеть спокойно с ними уже общаться. Вот как-то так. Гости ушли. Оказывается, они еще и подарки принесли. Не аджаба? Табак мы возьмем. Усё для кухни. Эве. Орешница. Через шекер, шоколад, орешку облишься. Termos mu? Termosum bozuktu. Evet, tam bu seninki bozuk. Yeni aldım. Aa, aldın mı? Evet. Ama annenin de bozuktu. Oo, güzel. Evet, termos. Ondan lazım bu vakitte ne piknik yiyiz. Hadi dersi bana da getirsinler. Bir tane daha varmış. Ben şimdi köyde bana akrabalar geldi hacca. Her birinin elinde hediye. Ay. Buna çok beğendim. 13 kişi falan. İhtiyacım vardı, yoktu. 4 kişilik mi? Yok. Evet, 4 kişilik. Ay, çok beğendim. Oraya bakayım. Kahve şey takım. Kahve. İstediğim de bu. Bakayım. Beyaz büyük. Çok güzel. Dört evet şey küçük de, küçük de değil. Güzel günlerde kullan. Bana göre değil. Bakayım. Küçük de değil. Bana göre değil. Bana evet, göre değil. Büyük. Hepsi çok güzel. Bize en göre... güzel çerezliği beğendim. Ben de bunu beğendim. Evet. Teşekkür. Çok güzel. Güle güle, iyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Hepsi farklı yazımı. Hı hı. Evet. Siz... Ne? Hepsi farklı. Farklı farklı evet yazıyor. Yazıları. Şey bu. Hı hı. Birinki asubay, subay diyordun Hacer. Ha. Labot. O değil, üçgen. Bak burada, bak bunlar dikdörtgen. Игры перед сном. У них уже вошло в привычку. Перед сном хотя бы полчаса они должны с папой поиграть. Красавица ужинает. Сейчас у нас 9 часов. Ужинает моя красавица. Уже потихонечку вроде привыкла, что ее место здесь. Но она убегает. Она решетку эту снимает спокойно. Что-нибудь надо будет придумать. Так, Зайрашка спит здесь с папой. Когда папа в городе, она спит с ним. Она с нами не ложится. Вот. Мы с Асланом спим. Здесь спит Асланчик. Спит Аслан здесь. Здесь я ложусь. Потом посреди ночи Аслан приползает ко мне, приходит. Мама, обними меня. И так далее.
И вот так вот, короче, он потом засыпает со мной. Кровать же маленькая, я его потом перекладываю сюда, потом опять ложусь. Короче, вот такая фигня бывает всю ночь у нас. Лео спит, где ему нравится. Сейчас, по-моему, он на балконе спит. Лео у нас свободный мальчик. Ну-ка, да, вот он спит. Спит, спит. Ой, Тотосик, Тотосик спит. Ой, деловой такой. Вот как-то так. На дачу едем. Там надо оливки собрать. В Бахче. Наше дерево есть оливковое? Ждем дяди с тетей. Заиряшка, а ну спой свою песенку. Как ты поешь? Подожди, мотоцикл проедет? Давай. Как ты поешь? А, все, спела? Ладно, хорошо. Потом я вам сниму. Она поет. I'm Barbie girl. Приехали. Мы хотели оливки собрать. А они этот очень мелкие. От того, что не поливали их, ну, как бы некому было. Особо не выросли. Толку нету от них. Мелочь такая. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Siz burada ne yapıyorsunuz? Не лази, баба. А, вот это можно лаки сорвать. Вот это я сорву, это он кушает. Сорви. Барашки! Хотите ближе подойти? А? Подойдите, посмотрите. Она уже прекрасно умеет открывать эту решетку, она ее сносит. Да, Аслан повесил ей туда корм. А ей этот корм много кушать нельзя. Совсем чуть-чуть можно давать. Ей нужно кушать зелень, баба, и овощи. Солнышко, ты порвешь так свои деньги. Засунул?